Привет, дорогие друзья! I'm happy to see you here. Let's read Russian monologue. Нахну наишу филь кахера. Мы живем в Каире. Ана аскну филь бейти биль кахера. Я живу в доме в Каире. Филь бейти табик ульви, ва табик суфли. В доме есть верхний и нижний этажи. Хурафа ноуми фи табик ульви, фи табик суфли, хурфа жулюс ва Гурфа аль-мактаб ва гурфа акли. Спальня на верхнем этаже, а на нижнем гостиная, библиотека и столовая. Нахну нашлис фи гурфа жулюс ва наклю фи гурфа акли. Мы сидим в гостиной, а едим в столовой. Ва накра ва накту ва надрусу фи гурфа аль-мактабе. В библиотеке мы читаем, пишем и учимся. Оля Бейтина Хадика. Вокруг нашего дома сад. Эйндена Бустани Ямаль Филь Хадика. У нас есть наш садовник, который работает в саду. Ва Филь Бейти Мадбах Кабир. В доме большая кухня. Эйндена Табаха Тадбух Ляна Там. У нас есть повар, женщина, которая готовит пищу. Нахну алян фи гурфа акли. Мы сейчас в столовой. Хе гурфа кабира. Это большая комната. Ман алян саид аль-халаби ва зоужетуху ва ибнетуху. У нас сейчас господин Халаби и его жена и дочь. Нахну нашли с гауляль майда. Мы сидим за столом. Let's read in Russian one more time. Мы живем в Каире. Я живу в доме в Каире. В доме есть верхний и нижний этажи. Спальня на верхнем этаже, а на нижнем гостиная, библиотека и столовая. Мы сидим в гостиной, а едим в столовой. В библиотеке мы читаем, пишем и учимся. Вокруг нашего дома сад. У нас есть наш садовник, который работает в саду. В доме большая кухня. У нас есть повар, женщина, которая готовит пищу. Мы сейчас в столовой. Это большая комната. У нас сейчас господин Халиби и его жена и дочь. Мы сидим за столом. Шукран for watching this video and subscribe to my channel. Ма ассаляма. Пока-пока.